Доброе утро, Перчик. Как ехалось? Ты ночью не спал. Жаль, что ты не сможешь приехать. Тут по Москве бешеные скидки. Да, но у меня сегодня йога, косметолог. К сожалению, уделить тебе внимание не смогу. Буду постоянно занят в прениях. Распорядись, пожалуйста, чтобы в номер принесли бутылку шампанского и икры. Обнаружил себе в номере очень неприятное мужское тело. Со сломанной шеей. Со сломанной шеей? Отправляйся к себе в номер и подумай, как лучше расположить труп. Петр Сергеевич, труп уже нельзя переносить. Что вы делаете? Санитарку играю. Опа. Добрый день, я вас слушаю. Вам помочь? Говорила мне мама, не лезь в политику, гибло это дело. Любимый. Извините. Я ошибусь номером. Один из наших гостей сообщил, что видел на вашем балконе человека, который заглядывал в окно. Какой кошмар! Бросай все и приезжай в Балтик. Смотри, не перепутай. Это что? Семья. Ну, он просто немного перепил. Ну, вы сами знаете, как это бывает. Нет, не знаю. Это цель. Нет. Где труп? Выбирай.